эту субботу Светлана Боровская отправится в Сенницу. Видите, моя родина делает модные сыры. Не отворачивайте от камеры свои красивые усы. Наверное. Начинает кружиться голова от этой работы. Да. Здесь искать центр. А вот если вот этот кусок показать, рейтинг подскочит до небес. Чем удивляет Сенницкая средняя школа номер 2? Какие фермерские продукты можно найти на местном рынке? И кто превращает сибирские деревья в произведение искусства? Узнайте в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй раницы, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9:15. Мы, конечно, программа «Доброй раницы, Беларусь», а не контрольная закупка. Но любопытно. Кто смелый? Кто смелый? Подходим. Покажите руки, во-первых. Ну так у вас руки пианиста. Ну конечно. Ой, запах сшибает нос, не могу делать интервью. А я не порву себе так безъемчиво сделаю. А вот я, знаете, мне в руки ничего брать нельзя. Все отлетает сразу. Доброй раницы, Беларусь!